Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. Ну а сегодня мы вскрываем сундуки недельного лута. Это вошло в традицию, 2 года уже этим занимаюсь и, в принципе, не собираюсь от этого отказываться. Начнем же. Сначала сундучок на воине, потом 2 на монахе и 2 на ДК. Быть может, упадет что-то реально классное. На воина мы получаем одноручное оружие. В принципе, неплохо. Щиток уже упал, ну а теперь и одноручка. Модификаторы текущей недели – взрывной, упрямый, тиранический. Ну, самое главное, относительно одновременно убивать мобцов, держать агро и жить на боссов. Все просто. Идем на монаха. На самом деле, весьма исторически интересно. Первая пушка, которая мне дропнула с недельного сундука, и она дропнула именно на воина. Забавно. Окей. Так, что у нас тут? Добыча на хмелевара, да. Поехали. Запястье. Ну, в принципе, пойдет. Немножко хосты мне не помешает. Ну и к тому же это запястье. Тут слот, который у меня 400-й. Пойдет вполне хорошо. Ну а на дамагера нужно будет посимить и посмотреть вообще, хорошее ли это запястье или не очень на самом деле. Дадут ли они плюс или нет. Вот мы и подошли к PvP-сундучку. Рейтинг там 1600, ну какая-нибудь 400-я шмотка, быть может, прокнутая упадет. Все возможно. Кольцо 405-е, крит скорость. Это, кстати, весьма неплохо на самом деле. Надеть такое колечко на танка и еще увеличить крит с хостой. Я подумаю. Весьма хороший прок на самом деле, весьма неплохие статы. Кстати, о PvP. А, в текущей неделе бонус вармода для Альянса составляет 20%, и на кораблике, где вы отправляете задания соратников, можно отправить квест на 385-ю вещицу. Вернее, не отправить, а сделать самому. Убиваем 25 ордынцев и лутаем этот сундучок с рандомной 385-й вещицей. Жаль, конечно, что не 400-й, но времена меняются. На ДК я хочу полутать что-то реально полезное, что-то классное, что реально меня апнет. Таких вещей очень мало на самом деле, но, быть может, мне повезет. Хочу кольцо. Понял. Ничего. Впереди PvP-сундук. И я надеюсь, мне повезет. Колечко. Прокнутое. Хорошая, с хорошими статами. Самое главное, с хостой. Большим количеством. Понял, спасибо. Спасибо. А, вот такой вот недельный лут. На всех персонажей. Собственно, для воина улучшение, для монаха улучшение с ПВЕ сундука и, возможно, небольшое улучшение с ПВП сундука. То есть с ПВЕ сундука хорошая вещь, с ПВП не очень упала. Подумаю еще насчет нее. Ну а для ДК как-то эта неделя вообще грустно началась. Надеюсь, что конкретно в рейде что-нибудь дропнет полезное. Ну, быть может, с фронта. Кстати, фронт активен. Битва за Стромгард. Вещица, конечно, слабенького этом левела, но все же, если вы только начали играть или только начинаете играть, то почему бы и нет. Можно использовать абсолютно все возможности для получения вещей. Ну а видосик по тому, как одеться, уже есть на YouTube-канале. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого.